предприниматели, представители администрации, муниципальные депутаты. В пресс-центре «Арена Химки» лучших бизнесменов округа наградили за активную работу и вклад в развитие города. Мероприятие организовала торгово-промышленная палата округа. Очень приятно, что предпринимательский климат в городском округе Химки действительно дошел до такого уровня, что на постоянной основе новые предприниматели приходят в наш город. Благодаря вам округ преображается. Благодарственные письма получили компании, организации и индивидуальные предприниматели из самых разных сфер и направлений. Просто когда власть видит и когда оценивает твой труд, это очень хорошо и это очень значимо для предпринимателей, которые понимают, ради чего работать. В округе налажено тесное взаимодействие депутатского корпуса и предпринимателей. Успехи химкинских компаний отметили почетные гости. Люди активные, люди энергичные, смелые. Потому что заниматься бизнесом, это действительно надо не только много знать, не только быть хорошим специалистом, но надо и обладать сильным характером и большим настроем, наверное, как в любом деле, если хочешь добиться результата. В адрес предпринимателей прозвучали особые слова благодарности. Они не только развивают городской округ, но и оказывают помощь нашим бойцам в зоне проведения СВО. Сегодня нашим уважаемым предпринимателям мы вручили 24 благодарственных письма от Совета депутатов, от администрации города и также 5 членских билетов от торгово-промышленной палаты Московской области. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Химок Дмитрия Волошина в городском округе действуют программы помощи начинающим предпринимателям. Те, кто уже развивает свой бизнес, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.